Съемка прервалась. Продолжаем. Я наклеиваю сейчас под глаза эти украшалки в виде наклеек. Это будто слезы. Дальше я из... Скорее всего, придется их клеить на клей для ресниц. То есть у кого он есть. Но также я возьму тут два кругляша, вот таких у меня есть небольших. Но я возьму одного цвета. А ногти большие и неудобно. Тоже берем. К сожалению, минус этих наклеек. В том, что они, когда их отдираешь, клей остается на вот этой штуке. Так, что дальше мы можем взять? Мы можем взять вот камушки, допустим, то есть вот красненькие, как раз под губы. Вот. Главное клеить. Мне кажется, тут из этого набора мы больше ничего не можем взять. Берем из вот этого. Главное делать так, что... Да, кстати, и то было куплено в одном магазине Аврора. Кто живет в Украине, в Днепре, там знает. Вот сюда клеим. У меня такая же есть вторая. И что это полилось? Пойдет. Вот. Губы почти подсохли. Так. Можно, кстати, вот эти давайте уберем. И наклеим вот, допустим, сюда. Только придавливаем хорошо. Они не отклеились. Хорошо, я говорила. Не, нормально. Вот. Так вот наклеили. И теперь вот так вот можно там еще две, давайте наклеим еще штучки. Вот есть. Я их на палец все наклею, чтобы потом не искать. Вот две штучки. И вот такие возьмем. Не, и жалко. Ну и сердечко тут можно взять. Две штучки. Тоже красный. По цвету губ. Все. И теперь наклеиваем. Если бы это было так легко. Да елки-палки. О. Чуть-чуть дальше получилось, но... Если вы не рукожоп, у вас все получится. О. Ну, кстати, в принципе, можем убрать вот эти голубенькие штуки. Мне кажется, без них даже лучше. Если у вас руки, опять же, с того места, что надо, растут, можете что-то дорисовать, нарисовать каким-то красивым орнаментом. Каким-то, если у вас есть специальные краски, то есть краска специальная. Да, но не отклеивать. То есть вот. То есть можно и вот так вот довести, можно вот так как-то тут еще добавить. Это уже как у вас фантазия позволит. Все. А вот интересно, если губы под глаза наклеить, как это будет?
но не очень. Как-то слишком большая наклеечка. Все, с этим мы закончили. Вот. Вот такой макияж получился. С красными губами, то есть... В каждом макияже будет новый цвет губ. Так что... Кому как понравится, какой... Такой выбирайте. Обязательно мне пишите, какой вы выбрали. Вот так вот вам готовый образ, только одеть платьице и пойти на вечеринку. На этом видео заканчивается, сейчас выкину, все не нужно. Смотрите продолжение этого всего завтра, во вторник. Я сниму видео, выложу, тоже проверю там продукты. Ну и новый цвет губ, конечно, будет. Какой, не скажу, узнайте завтра. Всем пока-пока.